11 августа житель блокадного Ленинграда, ныне ахинец Иван Антонович Хаптынский, отметил свое 80-летие. День рождения принято отмечать в кругу родных и друзей, но юбиляр принимал добрые пожелания не только от близких ему людей. Поздравить Ивана Хаптынского приехали и официальные лица. Представители администрации, общества «Роснефть-Сахалин-Нефтегаз», Центра социальной поддержки населения и Ахинского совета ветеранов. Вдохновение вам и жить еще долго, и радостно, и радоваться жизни. Действительно, получать от нее удовольствие, как вот вы получали ее всего всегда. Спасибо. Крепкого здоровья и долгих лет жизни в кругу семьи. Спасибо. Мы вас любим, очень спасибо. Любим, очень, поэтому всего-всего-всего от своего совета, здоровья, долгих-долгих лет жизни вот вам, быть с нами хватает. В строю. А что долгих лет, ой, а что мы не еще надо на меня резать без ножа, нет, все идет нет, в свое время. Ну. Нет, все будет хорошо. Приехав в 1963 году на Сахалин, Иван Антонович Хаптынский устроился в нефтегазовое управление. В то время нефтепромышленность развивалась ударными темпами, и Иван отправился в Лазарево на строительство трубопровода. Так Иван Антонович Хаптынский стал нефтяником и оставался им долгие годы. Мы вас сегодня приехали поздравить от имени профсоюзной организации МПО «НК Роснефти», от нашей организации, где вы всю жизнь проработали. Спасибо. Все здоровье оставили на благо нашей и предприятия, и Родины. Поэтому искренне поздравление спасибо с вашим сегодняшним юбилеем. В свой почтенный возраст Иван Антонович остается бодрым духом, с радостью встречает гостей. Он активен, любит поговорить о будущем и вспомнить прошлое. Жизнь долгая, но проскочила, я как-то, в общем-то, и не заметил шибко. Вечные тетрадцы, вечные хлопоты, семья, заботы. Так сказать, человек, в общем-то, мало принадлежал себе, вот, а больше обстоятельствам. Так что, но сетовать не на что, по большому счету. Шибко радоваться тоже нечему. Великая Отечественная война исковеркала детство Ивана Антоновича Хаптынского. Благо, жив остался. Судьба непростая, трудовой путь достоин уважения. В юбилей пожелаем ему здоровья и внимания родных и близких, которого много не бывает.